Вот опять же Dream House находимся, это второй магазин Look Inside Майи Самохиной. Здесь несколько другой формат, средний плюс ценовой диапазон. Давайте смотреть, что здесь оформлен он уже по-другому. Какие марки? Да. Так, это все пока не знаю. Спросим у хозяйки. Магистраль. И там, и здесь. Магистраль. Корсетка. Так, в чем особенность этого? Чем он отличается от Бельфам? Во-первых, в нем присутствует мужская группа. Во-вторых, в нем категория купальников до 2,5-3 тысяч. Ну, здесь Армани. Также магистраль тоже я вижу. Нет, магистраль здесь уже со скидками, ага. То есть основной коллекции нет. А самый дорогой купальник – это Армани. Мы их в лето продаем, а сейчас уже остатки, вы видите, потому что сезон закончился. Да, здесь Армани, Бип-Бип вижу. Бип-бип, может быть, да. Но да. Если что-то, это уже со скидками. В основном ага. В сезон мы здесь продаем Такату и Армани, Марк Андре. Марк Андре. Вот. Примерочные здесь по-другому выполнены. Да. Ну, это просто этот дизайн. Вот это вы. Здесь Вандербра да. Вижу. Том Тайлор. А. Так, Миаме нашли? Да, себя нашли. Да, ага, вот. Так, здесь метров 25-30, да? 37 метров. Вот Такатта. Значит, здесь все такаттовское. Дима.